Всем привет! Сегодня 15 июля 2019 год. Вот показываю вашему вниманию вот такой вот урожайный ранний сорт нектарина Super Queen. Урожайность держит очень хорошо. Сейчас покажу как. С самого низа. С самого низа медленнее показываю, сколько на нем нектаринов. Нектарины все хорошего, в принципе, размера. В листве много. Сейчас обойду его. Вот такая урожайность сорта. Это получается высота последней плоды 2 метра. Я рукой нормально достаю. Урожайность шикарная. Я в том году снимал этот сорт. Смотрите, сколько его тут. Ну, решил еще показать в этом году. Какая урожайность у него. Солнце засвечивает. Сейчас сорвем плоды. Такие красавцы. Что могу сказать за сорт? Сорт ранний, вкусный, беломясый, довольно урожайный. И крупный на свой срок. Вкусный, сладкий. Сейчас попробуем, продегустируем. Ну, сами видите. Урожайность какая она. Буду обрывать. Будем делать с него в сахарном сиропе, консервировать, кушать. Его у нас много, этого нектарина. Какой. Сорт замечательный. Особо не болеет. Ну, с этим, с обработками. Полностью спелый. Не вмещается в руку вот такой вот нектарин. Сейчас положу на веса, сважим вес его, посмотрим какой. Так, давайте посмотрим, какой размер в этом году у него. Так, 154, 143, 161, ну до 200 грамм может быть. В том году отдельные были. В этом году нагрузка чуть больше, плоды меньше. 177, 162. Ну, для раннего персика, чи не персика, нектарина, то конечно огонь. Такой окрас у него красивый, грубо говоря. Сейчас разрежем, посмотрим, какой у него вес. 100 грамм. Косточка у него, в принципе, отделяется. Тоже спелый. Переспелый даже плод, наверное. Я бы сказал. Беломясый, вкусный. Да, косточка отделяется от этого сорта. Посмотрим, какой. Мякоть сочная. Да, сока валом просто. Гляньте, сколько течет, это пол нектарина. Стакан сока, блин. Сбалансированный такой у него вкус. И не кислый, и не сладкий. Вот
такой вот кисло-сладкий, такой, ну, кислоты мало очень. Вот не такой, знаете, бывает такой сильно насыщенный. Вот донат сильно насыщенный вкус у доната. Например, у бигтопа тоже такой сильно сладкий вкус. А это такой нежный, такой освежающий, ну хороший. Сбалансированный вкус, классно. Очень сочный, шкурка съедобная. Во рту особо не ощущается, хрустит. Как бы мякоть вот такая, косточка отделяется. Отлично. Да, косточка отделяется, вот хорошо. Там мякоти на ней практически нету. Очень сочный. Это, говорю сразу, полностью выспевшие плоды. Вот так они текут. То есть на него еле нажимаешь, он течет. Полностью выспевшие. То есть, ну, класс. Я советую всем этот сорт. Супер Твин. Достойный ранний, ароматный, вкусный, сладенький сорт. С сильным, с таким ароматом. Тоже у него аромат хороший. Такой нектариновый, классный. У кого растет этот сорт, пишите в комментариях. Будет интересно, у кого, где он растет, на какой территории Украины. Подходит ли он для северных регионов Украины, для западных. Тоже мне вот интересно. Если у кого растет, то отпишитесь, пожалуйста. Ну и кто за него что может сказать, как он по морозоустойчивости, как он по болезням в ваших регионах себя показывает. У меня, в принципе, нормально. 3 отработки провожу я именно конкретных перед цветением, то есть по розовому бутону и после цветения. То как бы кучерявости листьев нету, болезни нету, не гниет, то есть, ну, отлично. Сорт хороший, мне очень нравится. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.